Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня я немножко в новом месте снимаю. Ну, как новое, для меня-то оно не новое, я на своей даче нахожусь. Пришла пора приехать, немножко поубирать снег с теплиц. Вот у меня тепличка вот такая. Там вдали еще тепличка. Ну, в этом ролике хочу затронуть тему перфекционизма. Если кто не знает, это желание сделать идеально. Ну, неважно, вот за что человек берется, вот у него такая вот прям привычка все стараться сделать идеально. И вот я придерживаюсь той точки зрения, что перфекционизм, он, в общем-то, является врагом любого начинания. Почему? Потому что, вот, допустим, из своих жизненных примеров, да, жизненного опыта, вот что-то я начинаю делать, я это делаю, допустим, впервые. Я не могу сделать это идеально, ведь я делаю впервые, в любом случае какие-то ошибки будут. Но если я буду стараться прям вот идеально делать, ведь я вообще ничего не сделаю. То есть в итоге я разочаруюсь в своем этом новом начинании и, ну, опущу руки, допустим, да? Или же другой вариант. Я, не будучи перфекционистом, да, слово-то сложно выговорить, я просто сделаю, ну, как у меня получится на данный момент. Пусть не идеально, пусть грубовато, пусть с ошибками, но я сделаю, и все равно какой-то результат будет. В дальнейшем, спустя какое-то время, я, может быть, попробую это переделать, доработать, вот, но факт, что мне будет уже от чего отталкиваться, и какой-то результат у меня уже будет. А в том случае, если бы я был перфекционистом, то я бы ковырялся еще на стадии начальной, и, возможно, бы вообще ничего не запустил. Вот, собственно, эту мысль в этом видео я хотел вам передать. Спасибо за внимание. Всего доброго. Ставьте лайки, комментируйте.